Всем привет, с вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online и мой заказ по каталогу номер 8. Каталог номер 8 просто крутой. Ну, во-первых, тут дарится на выбор за регистрацию любой набор. Декор – это палета для бровей, которую можно использовать и как тени, и тушь, которую можно делать как накладные ресницы, слой на слой наслаивать. Это вот от Марии. Вот, и также второй набор — это кондиционер, бальзам для белья с ухаживающими добавками. У него такой нежный ароматик, еле уловимый, и жидкий концентрированный стиральный порошок для цветных тканей. Он реально классно работает, он дорогой. Также водный спрей антистатик для текстильных изделий с цветочным ароматом. Вот такие вот два набора на выбор положены всем, кто зарегистрируется, получается, до 10.06, да, то есть даже если вы зарегистрируетесь 10.06 и сделаете и оплатите заказ на сумму, получается, если взять цены России, да, на сумму, вот аж фокусирую, да, 1299 рублей в ценах каталога, это минус 20%, если вы зарегистрируетесь, у вас фиксированно сработает скидочка, то вы еще получите такие вот три подарка, то есть 20% скидка, любой из наборов в подарок, и еще по акции Faberlic Club в следующем каталоге вы получите тоже подарочки на выбор. То есть такой вот великолепный каталог с классными новиночками. Кое-что я заказала дочке, это будет в следующих обзорах. Жалко, что у меня нет сыночка, одежда просто суперская. Вот, и кое-что мне уже пришло. Да, в принципе, вот наш весь огромный ассортиментище. И, конечно же, о чем бы с вами хотелось поговорить сегодня. Ну, во-первых, я бы хотела расхвалить вот такую вот сыворотку. Она называется Beauty Love. Это просто, я не знаю, это просто сказка какая-то. Это называется сыворотка антистресс. Артикул 0222. Я очень люблю крем Блюр этой серии. Он у меня заканчивается, но я уже приобрела новый. Артикул 1049. Вещь просто классная. Она прям на глазах убирает все несовершенства. Вот я сегодня целовалась с котиком сестры, да, и как вы видите, он меня немножко поцарапал. Да, как вы видите, он не скрывает какие-то прыщики, еще что-то, да, царапинки, но он делает кожу мгновенно глаже. Вот если тут, да, кожа резко стала ровной, давайте нанесем побольше. Если на одной руке вот сейчас, да, мгновенно кожа станет более ровной, то на другой руке у вас уже, ну, как бы будете видеть, какая разница. На лице разница просто глобальная. Лицо светлеет, розовеет, приобретает классный цвет, да. То есть, ну, я сейчас говорю не о заказе данного каталога, да, а именно о креме Блюр. Так, вот я понаносила, да, и вот смотрите, прям на камеру видно, да, где рука морщинистая, а где прям супер-супер ровненькая стала, хорошенькая и светленькая. Да, я думаю, вы видите разницу. На лице эта разница просто глобальна, особенно если вам за 30, вы просто будете поражены действием данного крема. Так, давай фокусируйся. Будете просто поражены, да, смотрите, насколько ровнее и лучше моментально стала кожа, при вас нанесла. Просто вот, я не знаю, поставьте на паузу и найдите 100 отличий. Так, да, и, конечно, этот крем я всегда заказываю, и даже вот просто с утра его наношу, и он мне очень нравится. Предыдущая версия сушила кожу, эта версия кожу не сушит. Но вот эта вот сыворотка, она работает немножко по-другому. Она не так расклаживает, как вот этот Блюр, а она
как вам даже сказать, вот тут даже написано, восполняет энергию в клетках кожи, мгновенно устраняет следы усталости. Вот это она делает, да? Делает здоровый цвет лица, вот действительно здоровый цвет лица, и придает сияние, незаменимо для жительниц мегаполисов с насыщенным ритмом жизни, дефицитом сна. И растительный комплекс тут идет в составе, да, вот не буду его читать, по-английски написано, стимулирует процессы естественного обновления кожи, защищает клетки от негативного воздействия окружающей среды и препятствует преждевременному старению, подходит для всех типов кожи. Вот эта сыворотка, я просто удивляюсь. Ну, такая вот, как вы видите, мутная водичка. Это, по-моему, нет, это не стекло, это, по-моему, пластмасска. А вот эта пипеточка, она идет стеклянная. Сейчас я немножко, да. То есть жидкость такая вот идет, да, обычная эмульсия. Наносится хорошо, впитывается мгновенно, не оставляет липкого ничего, да. Вот, вот надо было пол руки, наверное, намазать. Мгновенно впитывается, мгновенно преображает. Ожидайте, пока высохнет. Да, и вот жалко, что я не включила. Да, надо было вам прям на камеру, на себе показать. Да, вот сейчас найду. Вот, да, давайте любое лицо, да. Лицо за 30. Вот у меня вот это вот место, оно как бы вот, я очень много смеюсь всегда, очень много улыбаюсь, да, и у меня вот это место аж прямо можно вот так рукой взять, да, потому что я все время хохочу. Вот, и вы знаете, оно вот именно вот это место у меня разгладило, и вот этого бугорочка, да, не стало. Мне очень, не знаю, понятно я вам, непонятно объясню, мне она очень понравилась. Как вы видите, эффект свечения минимальный, на коже его тоже будет не сильно видно, да, блер, как вы видите, придает коже матовость, а тут идет эффект немножечко такого вот свечения. Очень понравилась вещь, мгновенно, как вы видите, выравнивает, да, но если сочетать вот эти вещи вместе с блером, то это просто кладезь. Кладезь, вот как вы видите, мы уже израсходовали, мы тестировали всей семьей. На молодой коже плохо видно, потому что молодая кожа и так выглядит хорошо, да. Ну вот моей сестре за 30, и еще у меня есть подруга Любочка, она протестировала, вот мы на ее лице, честно вам скажу, не увидели никакой разницы ни одной стороны, ни другой стороны. Как-то вот он не для нее, или мы долго ждали, мы нанесли повторно и ничего не поняли. Но вот у меня он очень хорошо, да, и вот как раз, когда я нанесла вот эти оба средства, вышла без всякого тонального крема, мне муж говорит, что с тобой, ты поменялась, да, ты стала моложе. И тут я поняла, если это заметил даже мужчина, который был не предупрежден, у которого я не просила посмотреть, хороший ли у меня цвет лица и так далее, даже это заметил, значит, это и заметят окружающие. Значит, что она еще, значит, применять ее очень легко. Еще раз повторюсь, вот она впитывается абсолютно мгновенно, какое-то вот такое, знаете, ощущение какого-то холодочка, да, ее можно наносить и на лицо, и на шею, и, конечно же, я еще раз ее закажу. Вот такая вот красота, не помню, сказала, не сказала, артикул 0222, и, значит, она идет... Сколько-то она миллилитров идет, 20 миллилитров она идет, вот такая вот пипеточка классная, суперская просто вещица, очень мне понравилось. Хвастаться перед вами, мне пришел за 1 рубль питательная сыворотка для всех типов волос. Что она делает? Ну, во-первых, почему за рубль? В компании Faberlic раньше я еще могла перечислять в видео, какие идут акции. Сейчас этих акций просто немереное количество от различных дизайнеров и так далее, и так далее. И уже просто невозможно их всех перечислить, поэтому следите за новостями на сайте. Есть акции для покупателей, есть акции просто для, только для зарегистрированных, закрытые, да.
Вот. И вот эта вот питательная сыворотка для всех типов волос, она идет, значит, артикул у нее 8215. Беру я ее не в первый раз, поэтому вам тоже советую. Вес 30 грамм, объем 30 миллилитров. Значит, линейка называется «Ценные масла от Salon Care». Она обогащена уникальной комбинацией трех натуральных масел, дополненные аргинином. Они придают волосам силу и роскошное сияние по всей длине. Комплекс из пяти эффективнейших средств создан для глубокого восстановления любого типа кожи. Значит, вот эта питательная сыворотка «Ценные масла» называется. Она, ну, во-первых, для блеска, да, то есть и для силы волос. Средство глубоко питает и восстанавливает материю волос. Да, то есть вот тут вот очень хорошая аннотация, очень такой вот состав. Давайте сфокусирую, если не будет капризничать камера. Вот, да, сфокусировалась. Состав уже читать не буду, вы просто его посмотрите. Да, то есть и органовое, тут значит в состав идет органовое масло, которое обладает мощнейшим питательным и регенерирующим действием, возвращает волосам жизненную силу, эффективно борется с секущимися кончиками, защищает от внешних воздействий. Масло авокадо также входит в состав. Масло авокадо, да, вот смотрите, способ применения. Тут идет, да, то есть вот все прям зафокусирую, ставьте на паузу. Масло авокадо питает волосяные луковицы, содействуя восстановлению структуры волос, возвращает волосам шелковистую мягкость. Также идет абиссинское масло, которое разглаживает поверхность волосяного стержня и обеспечивает волосам сияние. Аргинин – это уникальная аминокислота, которая проникает в структуру волос и действует уже с первого применения. Он закрепляется на поврежденных участках волоса, восстанавливает естественную защиту волос и насыщает необходимыми питательными веществами. Вот эти вот ценные масла таким вот так вот выглядят. Так, средства новые. Вот, да, капельку средства. Вот, так, фокусирую задний план. Да, такое вот масло. Офигенно вкусно пахнет, на мой взгляд. Простите за сленг, но я прям не могу. Мне очень-очень понравилось оно. Да, такое вот маслице. Довольно-таки, как вы видите, такое оно полугустое, если посмотреть на упаковочку. И применять его нужно. Ну, я, в принципе, делаю его на кончике. Да, то есть, но его можно применять, как вам захочется. Во-первых, вы выдавливаете сыворотку на ладонь. Для волос средней длины достаточно двух нажатий на дозатор. Разотрите средство в ладонях и распределите по волосам для глубокого воздействия. Оно, если вы сильно много нанесете, оно на сухие или влажные волосы его можно наносить, оно немножечко утяжелит ваши волосы. Не скажу, что они будут жирные, склеенные, но наносите немного. Да? То есть, как вы видите, на волосы средней длины нужно всего две вот таких вот капли. Поэтому будьте внимательны. Все-таки это масла. Итак, значит, наносить нужно на влажные волосы перед сушкой или укладкой, на основную длину волос и кончики. Также на сухие волосы в качестве завершающего этапа ухода перед укладкой. Вот, на кончики волос для борьбы с сечением. И за 10 минут до мытья головы на всю длину и корни волос для усиления действия. Рекомендуется обернуть голову полотенцем, то есть за 10 минут до мытья головы. И также можно 2-3 капли сыворотки добавить в шампунь, бальзам, маску, чтобы усилить их питательное воздействие на волосы. Вот, можно использовать в комплексе с другими средствами данной серии для достижения оптимальных результатов. Масло действительно заказываю уже второй раз и добавляю его в шампунь при мытье головы. Могу добавить в маску для волос и так далее. Очень оно мне нравится. Удивление, это я заказывала еще по ВИПу. Долго он лежал с новым обучением. Это детский крем для рук кошка клубника. Артикул 2447. Вес 5 грамм, объем 50 миллилитров,
Вот это деликатный крем для рук, кошка клубника, увлажняет и защищает ручки от обветривания, подходит для ежедневного использования. Ну вот вы знаете, мне кажется, вещь тоже нужна, особенно зимой. Очень плохо, что его зимой не выпустили, но у нас был кислородный бальзам, в принципе, мы им пользовались. Я считаю, что кислородный бальзам даже будет лучше, чем этот крем. Да, вот он такой светленький, как вы видите, густенький, очень даже. Такая консистенция у него очень плотная. И очень-очень прямо сильно-сильно ярко пахнет клубникой. Прямо очень такой насыщенный аромат, прям в нос бьет, если честно, прям нереально. Очень сильный аромат. А вот, ну, я так понимаю, что это для защиты детских ручек. Очень хорошо. Артикул 2447. Итак, следующее, это вот такие вот салфеточки. А салфеточки, они идут как влажные для рук. Артикул 2439. Так же, как и все салфетки, они у нас вот так вот открываются. Тоже беленький, обычный размер. Очень насыщенно пахнут именно вот клубничкой. Они бережно и эффективно очистят ручки девочек. И яркий аромат спелой ягоды подарит хорошее настроение. Да, то есть вот таким вот образом. Артикул 2439. Просто хорошие такие, очень добротно ароматизированные влажные салфетки. Прям переароматизированные, я бы так сказала. Следующие новиночки, это у нас с вами туалетные воды. Хочется показать на них цены, потому что цены весьма таки бюджетные. Вот, значит, Sport Life Aero, Sport Life Active, Sport Life Football и Sport Life Ice. Честно скажу, влюбилась в мужской аромат Sport Life Ice. Очень понравился. Во-первых, классное такое оформление, да. И он идет как прохладный акватический аромат. Туалетная вода Sport Life Ice идет 50 мл. Это не парфюмерная вода, значит, держаться она у вас по 2 дня не будет, если вы этого желаете. То есть туалетные водички, они послабже, чем парфюмерные. Что оно напоминает, да? То есть в описании написано, что основные ноты — это листья лимона, сибирская сосна и акватическая нота. Он мне безумно понравился. Прямо вот такая сильная свежесть какая-то. Вот я не могу его описать. Но действительно очень вкусно. Очень приятный такой аромат. Очень крутой аромат и очень симпатичный. Вот. Понравился, да, прям 5 с плюсом я ему поставлю. От футбол. Артикул 3239. Так, у Sport Life Ice артикул 3238. Значит, его основные ноты — это яблоко, замороженный шалфей и древесная нота. Я не до конца поняла данный аромат, если честно. Я не могу сказать, что я в него прям влюбилась, но он мне и не противен. Да, то есть, как бы такой аромат какой-то горчинкой для меня лично отдает. Вот, и какой-то вот он такой вот, знаете, когда смесь всего, вот пахнет праздником, что-то вот такое вот, да, хвою я почувствовала, хотя вот тут нет хвои в составе, да, вот древесная нота ярко выражена, но он такой, он менее резкий, чем вот Sport Life Ice, да, Ice, он более такой резкий аромат, более такой, ну, не бьющий в нос, но сильный аромат. Вот этот как-то он нежнее, ароматик идет. Да, и вот почему-то я слышу хвою и все вот. Далее, значит, ароматы женские. Честно скажу, я от них не в восторге. Не в восторге. Если мужские ароматы мне очень-очень понравились, то вот женские ароматы как-то вот... Вот этот вот я долго пыталась унюхать, он такой нежный и невесомый, это Aero, артикул 3038, его дочка просит у меня себе, говорит, вот я буду спортом заниматься, буду этим вот, этой парфюмерной водой, да, ну вот она для меня какая-то вот
Не смогла я разобрать нот, если честно, да, то есть вот тут написано морской аккорд, бергамот и ландыш, да, ну вот и ландыш я, если честно, не уважаю, не люблю, может быть, поэтому мне не понравилось. Легкий, еле уловимый аромат, еле уловимый, вот он не бьет в нос, он не сильный такой, да, то есть вот для молодежи, так бы выразилась, артикул 3038, стоящий такой ароматик. Ну вот, как-то вот не знаю, еле я расчухала, что там, и не могу сказать, что я прям без ума от него. Последняя вот парфюмерная вода, которая была выпущена вот компанией Faberlic, которая вот прям мне очень понравилась, это парфюмерная вода от Ренаты Литвиновой. Тут я вообще, я была от нее в восторге, вот, там вода так вода, а это оно такое, знаете, легкое, невесомое, классное, приятное, кроме Sport Life Ice, ну, на мой взгляд, да, на мой, кому-то, у кого какой вкус. Далее, значит, Sport Life Active, это фруктовый аромат, основные ноты это черная смородина, яблоко и персик, артикул 3039. Ну, вот, да, чем-то таким вот и пахнет. Вот, только я вместо черной смородины почему-то сначала подумала, что пахнет сливой. Вот, но потом, когда почитала аннотацию, все-таки черная смородина ближе. Да, то есть ярко выраженный аромат именно черной смородины. Классный такой ароматик. Не притягивает, не отталкивает. Могу сказать, что шлейф у него такой более нежный, более приятный. И эта водичка мне более приятна, чем Aero. Да, то есть Sport Life Active. Вот. Такие вот водички. Могу сказать, что я под впечатлением, потому что это на самом деле вся линейка, вот именно вот чисто для спортсменов, вот честное слово, потому что вот этот аромат, не постесняюсь данного слова, мне показался даже каким-то таким вот сексуальным, приятным, да, то есть футбол чем-то таким игривым, прикольным, да, то есть вот какой-то такой вот ароматик. Этот аромат мне показался какой-то чистой свежести, да, то есть невинности, вот что-то вот такое, вот знаете, вот я представила бегущую там какую-то очень стройную, красивую девушку, да, такую опрятную, чистоплотную, вот этот вот аромат у меня именно Aero с этим, да, а вот тут я представила какую-то вот девушку, которая вот интенсивно занимается в спортзале, такая сильная, смелая, да, то есть вот что-то типа этого, да, то есть вот каждый аромат, когда его вдыхаешь, как-то вот представляется какой-то образ сразу человека, и не представляется образ обычного человека, а именно представляется образ спортсмена. Вот что мне понравилось, что эта серия как раз-таки, она сочетается вот как бы, да, вот. И далее, значит, поговорим с вами о масле растительном, комплекс коэнзим Q10, у которого артикул 15381. Вот такое вот, это написано «Включи сердце». Очень часто, когда читают его аннотацию, его начинают покупать, кушать и думают, что это для энергии. Так вот, на самом деле, это коэнзим Q10 помогает клеткам, энергетике клеткам, то есть на клеточном уровне идет энергия, то есть он помогает способствовать, да, то есть именно выработке энергии на клеточном уровне, а не то, что вы его выпили и запрыгали, забегали. Вот частая ошибка, которую я очень часто читаю в чатах по продукции Faberlic, когда девочки говорят: ой, что-то у меня нет сил, что посоветуете, что-нибудь вот для энергии, и начинают советовать именно коэнзим Q10. Я, конечно, очень сильно удивляюсь. Вот. Но смотрите, это источник энергии в организме. Именно это вещество причастно к выработке 95% всей
клеточной энергии. И в первую очередь от него зависит срок жизни клетки, а значит здоровье, молодость и нормальное функционирование всех органов. Детям коэнзим Q10 пить не надо. Они уже рождаются с этим Q10, и у них есть какой-либо запас. И примерно Q10 к 25-30 годам из организма как бы все улетучивается и улетучивается. Чтобы восполнить коэнзим Q10 в организме, нужно съедать, по-моему, килограмм говядины или килограмм орехов. Вот. Но, конечно, это ненормально столько много кушать. И можно просто пить вот 1-2 капсулы в день женщинам после 25. Раньше его пить не нужно. Итак, артикул у него 15381. Что он делает? Он обладает ярко выраженным антиоксидантным действием, способствует выработке энергии на клеточном уровне, положительно влияет на нервную и сердечно-сосудистую систему, укрепляет иммунную систему. Продукт подходит для регулярного употребления в качестве дополнения к ежедневному пищевому рациону. То есть вы его купили. Да, тут идет 60 капсул, и вы можете каждые 2 месяца покупать новую упаковочку и кушать по одной, допустим, штучке в день, вообще всегда, без перерыва, если вам более 25 лет. Значит, длительность приема не ограничена. Противопоказания: индивидуальная непереносимость, то есть так как таковых нету, да, и пищевая ценность, тут даже указано 7 калорий одной упаковочки, в упаковке 60 капсул по 50 мг. Вот. Снижение количества коэнзима в организме может явиться причиной неврозов, депрессии, хронической усталости, ухудшения работы сердечно-сосудистой системы. Это перевыпуск, это не новинка, он у нас до этого был. Я вам честно скажу, что я его принимаю уже более полугода без перерыва, но не каждый день. Вспомню, выпью, поставлю на стол, пью, потом протру пыль, куда-нибудь его уберу, могу неделю не пить, потом опять неделю пью, потом опять неделю не пью, хотя это плохо, то, что я вам рассказываю, но я вам говорю честно, когда я про него вспоминаю, я всегда его пью. И еще очень важный совет от врача, медика, врач широкого профиля, или как они называются. Раньше она работала педиатром, потом она стала работать и на взрослых. Вот. Она сказала, на голодный желудок его пить нельзя. Можно испортить желудок, потому что это, ну, что-то там содержится, да, вот в этом Q10. Он жизненно необходим, но на голодный желудок не пейте. Спрей-освежитель для воздуха. Он классный, он пахнет, вы знаете, дайте я освежу в памяти аромат, по-моему, вот он и пах бублигумом, да, он, нет, не он, да, то есть каким-то вот, знаете, такими вот фруктами, какими-то вот, как раз вот не яблочком, да, а вот именно что вот дыня, ананасик, киви, все вот это в перемешечку. И я прям, знаете, вспомнила, вот куда я недавно ездила отдыхать. Спрей действительно классный, действительно клевый, он поднимает настроение. Артикул 113.32, закажу еще таких вот. Да, то есть я люблю, чтобы у меня стояло несколько различных спреев в нескольких комнатах, да, то есть, допустим, в моей комнате, где я сплю, у меня 3 разных спрея, и под настроение я пользуюсь разными. В туалете то же самое, дочка то же самое в своей комнате любит делать, да, то есть на кухне у меня то же самое стоит, да, то есть я еще заказываю антитабак, он очень вкусно пахнет тоже, вот, и, то есть, получается, что у нас куча спреев не стоит только в коридоре, только в коридоре и в детской, в остальном они стоят. Мне очень понравился этот аромат, он классный, ну и, конечно, он новенький. Таких ароматов вот хотелось бы побольше, и вот очень бы хотелось такой аромат в виде диффузора. Такая вот вещица, это эспандер для рук с регулировкой, с регулируемой нагрузкой. Артикул 114.16, вещь действительно классная. Все мы с вами знаем, сколько у нас должно быть в руках силы, чтобы полноценно жить. Его можно сделать до 40 килограмм нагрузку.
да, то есть вот я сейчас ослабила, и я 10 килограмм, да, вот так вот делаю. Но если я его закручу потуже, то мне уже, скорее всего, я не смогу. Ого, вот уже очень тяжело. А если его закрутить совсем, то он очень-очень тугой. Это уже только для мужчин. То есть он подходит и для мужчин, и для женщин. Вот сразу чувствуется, левая рука у меня послабже немножко. Ну, вещь, конечно, классная. И такой кайф, когда ручками поработаешь, прям прилив жизненных сил, энергии, всего. Потому что руками работать очень важно и очень нужно. Таким вот образом. Ньютоник и Ностресс. Ностресс я вам уже рассказывала, вещь классная, его можно принимать и пить, и он будет вас успокаивать, артикул 156.23. Хочется о нем, конечно, остановиться подробнее, но опять-таки видео будет длинным. В общем, если что, ругайте меня, я буду делить видео, там, допустим, на 5 частей, да, чтобы вам было удобнее. Напишите мне, пожалуйста, как вам удобнее. Итак, Ностресс, что он делает? Он оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему. Сразу скажу, он не вызывает сонливость, ни сколечки, ни капельки. Вы с него спать не захотите, это 100%. Стимулирует выработку гормона радости серотонина, помогает организму противостоять стрессу. Компоненты, входящие в состав продукта, обладают высокой эффективностью. Помимо решения конкретных задач, каждое средство положительно воздействует на организм в целом. В упаковке 60 дрожжей. Принимать его нужно. Так, способ применения. Так, тут идет магний в составе. Да, ну знаете, магний очень любят рекламировать сейчас, и вот как раз тут магний. Принимать по 2 дрожжи в день, запивая водой. Вот, но я его принимаю тогда, когда я что-то расстроюсь. Тут Катюшка у меня заняла опять 2-е место на Олимпиаде. Я очень сильно переживала, какое место она займет. Она сама переживала, мы с ней напились этого Ностресса, и она отличненько заняла 2-е место. Итак, значит, это комплекс биологически активных веществ, в принципе, да, и всесторонне направленного успокаивающего и антистрессорного действия, который состоит из комбинации компонентов. Во-первых, тут идет гидрокситриптофан, да, то есть, вот, извините, но я не могу это дело прочитать. Да, то есть давайте, что он делает? Он способствует выработке бета-серотонина, который играет важную роль в организме. Успокаивающе влияет на нервную систему, повышает настроение, регулирует аппетит и улучшает сон. Далее глицин. Ну, сами знаете, что такое глицин, да, наверное, очень часто нам прописывают нашим деткам глицин. Вот, необходим для нормальных обменных процессов в центральной нервной системе. При эмоциональном напряжении системный прием оказывает на человека успокаивающее действие, нормализует сон и способствует хорошему самочувствию. Далее магний, он известен как противострессорный биоэлемент, который способен создавать положительный психологический настрой. Ну, также магний вот нам прописывали дочке младшей, старшей, то есть после операции на сердце, да, то есть у меня старшая дочка была прооперирована, очень сложная была операция, и нам прописывали именно пить магний, и сказали, что он очень полезен для сердца, и магний пить обязательно, и мы его пили не один месяц, этот магний. Вот, далее идет трава мелиссы, применяется как успокаивающее средство в виде настоя при чрезмерной возбудимости, бессоннице и даже истерии. Вот такая вот вещь. На себе испытала, рекомендую всем, и на самом деле прям с него хочется радоваться, честное слово. Вот, но не с первой дрожжи, если пить на постоянку, пропить, да, то это вообще будет просто великолепно. Далее, дрожжи жевательный ньютоник. Ньютоник мне чем понравился?
Это заряд интеллекта, как вы видите, тут написано, артикул 153.78. Что он делает? Он способствует улучшению мозгового кровообращения, помогает сохранить концентрацию и внимание, благотворно влияет на нервную систему. Компоненты, которые входят в состав продукта, обладают высокой эффективностью. Вот. Состав у него идет белки, углеводы, органические кислоты, пищевые волокна. Очень даже интересно. И что он делает? Да, то есть он содержит тот же глицин, фолиевую кислоту. Она крайне полезна для здоровья мозга и для сохранения различных функций мозга. И также считается, что поддержание нормального уровня фолиевой кислоты является профилактической болезнью Альцгеймера. Также витамины группы В1, который хорош для профилактики ухудшения памяти и улучшения психического благополучия в целом. Витамин В6, который улучшает деятельность нервной системы и умственную работоспособность. Витамин В12 участвует в образовании ацетилхолина, который необходимые вещества для памяти и успешного обучения. Также витамин С, который совместно с витамином А является очень важным антиоксидантом, который защищает мозг от окислительного стресса и дегенерации, связанной с возрастом. И также янтарная кислота, которая способствует выработке в организме человека основных аминокислот, необходимых для мозга, и улучшает снабжение мозга кислородом. Вот такая вот классная вещь. Честно вам скажу, они вкусные, но мне не нравятся, потому что они кислят. Они очень сильно кислят, меня это раздражает, а я не люблю их пить, и поэтому я могу кинуть их в теплый чай, подождать, пока они растворятся, и тогда пить с чаем. С чаем нормально, божески. Я как раз чай пью без сахара, и для меня вот это нормально. Итак, значит, что получается? Как их применять? Для профилактических целей рекомендуется принимать по одной дрожже 1-2 раза в день. А при большой интеллектуальной нагрузке в период мозговых штурмов можно пить по 2 дрожже 2 раза в день. То есть не более 4 дрожже в день. Да, то есть, ну, что я могу сказать? Желаю вам крепких нервов и хорошей памяти. Тональный крем, он идет 30 мл. Блер от Марии Вэй, артикул 61.19, очень нравится, он просто великолепен, попробуйте его хотя бы раз, и вы поймете, о чем я говорю. Он очень нежный, легкий, классный, но очень хорошо, просто отлично перекрывает и улучшает даже внешний вид кожи, перекрывает все недостатки и не ложится плотным слоем. Вот, понравился он мне очень, и вот, как вы видите, результат 6 штук. Следующее, это мое любимое мыло для рук. Увлажнение и смягчение с алоэ вера, аллотеином, депантенолом. Оно недорогое, экономное, 300 мл идет. У него приятный запах алоэ и артикул 21.38. Все, мыло в доме закончилось, пришлось 3 штуки аж прямо заказать. Мыльце действительно стоящее и не сушит ручки. Далее, перчатки для экспресс-маникюра. Очень их люблю, пожалела, что заказала 3 штуки, но заказ был до такой степени огромный, что просто уже я решила, что мне не надо столько баллов, и я уже в следующем каталоге посмотрю, что я буду еще заказывать, да, сначала их истрачу. А что они делают? Они делают просто обалденные вещи, в которые я бы ни за что не поверила, если бы не испытала это на себе. Это обычные перчаточки, они, по-моему, стоят около 100 рублей. Это просто, вот честно скажу вам, сказка какая-то. Снимаете все колечки, моете руки с мылом, вытираете ручки насухо, одеваете их примерно, так, сейчас скажу, одеваете их на 25 минут и закрепляете эти перчаточки вокруг запястья. И вот вы знаете, у вас кожа будет
просто невероятно классная на руках, просто суперская, просто великолепная. Артикул 2178. Попробуйте раз, и вы даже на дни рождения будете эти перчатки для экспресс-маникюра вкладывать к основному подарку, потому что я уверена, вам они понравятся. В составе входит кокосовое масло, пантенон, аллотеин, да, то есть, и они очень удобны в применении. С телефона вы в них не посидите, но когда я одеваю перчатки, я спокойно работаю на клавиатуре, и везде они очень-очень удобные. То есть сейчас они запакованные, вот, запакованные идут, и поэтому я не могу их вам показать. Но когда вы их открываете, разрезаете, одеваете, застегиваете, вот вторую нужно, чтобы вам кто-то другой застегнул, потому что неудобно уже будет вторую застегивать, но не в этом суть, суть в результате. Один раз попробуйте, и просто вы будете всегда в восторге. И кто попробовал их уже, отпишитесь мне, пожалуйста. Я одна такая на них помешанная, но я их постоянно беру. И предпоследнее, это спрей для обработки поверхностей с натуральным маслом Монарды. Ну, я думаю, о Монарде долго можно не рассказывать. Это про мощный противовирусный эффект идет, да, и частенько я обрабатываю все поверхности, особенно на кухне, в туалете, в ванной, просто вот этой Монардой, просто наношу спреем и ухожу. Потом можно протереть, можно не протереть, да, то есть, ну, смотря какой период времени вы ждете. А способ применения, да, тут очень простой. Мы наносим средство на поверхность на расстоянии 10 сантиметров. После нанесения ждем 10-15 минут и протираем влажной салфеткой, после чего даем поверхности полностью высохнуть. При необходимости повторите процедуру еще раз. Мощное антибактериальное средство. Идеально подходит для обработки всех видов поверхностей ванной, комнаты, кухни, холодильника и так далее. То есть вещь просто великолепная. Запах у нее, конечно, убийственный, честно скажу. Убийственный, горький, ужасный, но на то она и Монарда. На то она и Монарда, что раньше был у нас еще спрей с Монардой, сейчас этого спрея нет. Вот этот в виде спрея, я думаю, ну, он как бы спрей, но он не спрей-распылитель во время ротавирусных инфекций. Мы им пользовались, да, тут он идет чисто для обработки поверхностей, поэтому это не та Монарда, кто еще помнит ту. И вот не успела испробовать, но просто расскажу, что вот есть такие вот влажные салфеточки, кислородное дыхание, салфетки для макияжа на основе мицеллярной воды. Увлажняют, тонизируют кожу лица, не содержат спирта. Вот смотрите, мое личное мнение об этих салфетках. Я их не пробовала, но на основе мицеллярной воды. Мицеллы всегда с кожи нужно смывать обязательно. Даже если написано «не требует смывания», смывайте. Да, вот. Ой, вот вы знаете, сижу сейчас и побрызгала, чтобы освежить в голове вот этот аромат. И он сейчас прямо вот около моего плеча, он раскрылся очень, кстати, приятно. Мне приятно. Вот именно вот Sport Life Active. Очень приятно. Раскрылся просто безумно великолепно. И почему-то я почувствовала вместо смородины какой-то легкий подтон какой-то вишневой смородины, да, вот что-то типа этого. И, конечно же, вот эти вот салфетки на основе мицеллярной воды, это, конечно, спорно, да, значит, тут идет 15 штук, но все салфетки, которые удаляют макияж с дороги, да, они все так работают. Итак, артикул 0280, мы достаем салфетку, удаляем макияж с лица, после использования тщательно закройте клапан, чтобы избежать высыхания салфеток. Да, то есть написано, что как будто бы смывать не нужно, но я бы все-таки вам рекомендовала, если вы куда-то едете в дорогу, да, вещь классная, да, вещь крутая, но возьмите еще с собой какие-нибудь другие влажные салфетки, тут же сразу с собой, да, и смойте действие вот влажных салфеток для снятия макияжа. Вот мой вам личный совет, чтобы вот мицеллы у вас на лице не оставались. Что такое мицеллы? Они собирают каки на лице и
если их не смыть, то они так и будут на лице оставаться, понимаете? Вот, а чтобы они на лице не оставались, их все-таки нужно любыми другими салфетками убрать. Даже если вы в дороге, цените, любите свое лицо. Вот, ухаживайте за ним правильно, чтобы оно у вас как можно дольше оставалось молодым. Ну что ж, всем спасибо за внимание. Обзор получился длинный. Жду вашего мнения, утомила я вас или нет. Вот, только напишите честно. Вот, и, конечно же, до встречи с вами в новых видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я старалась рассказать вам обо всем поподробнее. Вот, и, ну, по идее, из этого и получился длинный обзор. Вот, и всем пока. Ставьте колокольчик для оповещения о прямых трансляциях, о вебинарах и о новых обзорах. Всем спасибо за внимание. Было очень приятно, если вы со мной остались до самого конца.